Здравствуйте, наши дорогие подписчики, уважаемые зрители, с вами Виталий Хомутов и канал Парк Львов Тайга. Друзья, прошлая наша программа с ответами на часто встречающиеся ваши вопросы в комментариях под видео на нашем канале получила хорошие отклики, почитал я, все, по-моему, получилось очень даже неплохо и вызвало неплохой интерес со стороны нашей аудитории. Итак, друзья, появились еще некоторые интересные вопросы, на которые, я думаю, стоит ответить вот как раз в формате этого нашего с вами общения. Итак, друзья, много пошло вопросов по поводу того, что не отвечают, или сложно дозвониться, или заняты телефоны парка Львов Тайга. Да, на самом деле, друзья, есть такой момент, но дело в том, что идет огромный поток звонков, и причем вопросы совершенно однотипные. Есть ли скидки? Как добраться до Тайгана? Со скольки работаете? И т.д. и т.п. То есть, друзья, вопросы совершенно элементарные, которые можно самостоятельно, открыв интернет, открыв сайт Парка Львов Тайга или нашу группу Парк Львов Тайга Изюминка Крыма ВКонтакте, и все там посмотреть, задать там вопрос, все быстро отвечается, и никаких проблем нет. Как добраться, загуглить? Ну, то есть, совершенно не нужно по этому поводу пытаться дозвониться там 10 раз в парк, если все эти вопросы можно самому решить в наш век информации, в то время, когда работает столько интернет-ресурсов парка Львов Тайган, то, друзья, вообще в этом не вижу никакой проблемы и не стоит даже на этом делать акценты, просто вот таким образом поступать и все. Не сумели дозвониться, друзья, ну, включаем тогда свои навыки работы в интернете и находим на все вопросы, ответы. Следующий вопрос, друзья, по гостинице и другим инфраструктурным объектам парка. Олег Алексеевич ответил на этот вопрос в нашей группе «Парк Львов Тайган Изюминка Крыма». В частности, одна наша посетительница заказала номер, поселилась, и там у нее возникли некоторые неудобства, но вместо того, чтобы обратиться к администратору, она жила там 2 дня в неудовольствии и потом, уже уехав с парка, написала Олегу Алексеевичу. Ну, друзья, Олег Алексеевич, естественно, что я ответил, надо было вовремя обратиться, и все вот эти ее претензии были бы вмиг решены. То есть тоже, вот видите, сами мы себе зачастую создаем такие проблемы на ровном месте, которые решаются элементарно. Так что, друзья, если вот такие моменты возникают, совершенно не стоит терпеть. Просто обращайтесь к администратору парка Татьяне Сергеевне. Она очень доброжелательный человек, профессионал своего дела, все в парке прекрасно знает и сразу же решит все ваши проблемы и вопросы. Так, друзья, еще вот по поводу обезьян в слоновнике несколько вопросов поступило. И в частности, вот основной посыл этих вопросов: не убегут ли обезьяны с территории вот загона с прудом для слонов? И Олег Алексеевич, естественно, что ответил: никуда они не убегут, потому что, собственно, и бежать-то некуда. В парке Львов Тайган у них созданы прекрасные условия, и обезьяны, и не только обезьяны, да и все другие жители парка, те же павлины, те же белки, те же цесарки и многие другие, кто свободно ходит по территории парка, они могли бы, да, формально, теоретически покинуть парк, но они этого не делают, друзья. Так же, как и обезьяны, не будут этого делать, потому что за пределами парка их не ждет ничего хорошего, кроме огромных рисков для их жизни
и поисков пропитания и тому подобное. Поэтому, друзья, животные, птицы, они достаточно умны, чтобы не делать таких вот глупых вещей. Все они остаются в парке, и на этот счет даже не стоит абсолютно беспокоиться. Так, друзья, и еще возникают у вас вопросы, смотрю в комментариях в последнее время, особенно там про лоток и ему подобные каналы, которые пиарятся, так сказать, и делают себе просмотры на парке Львов-Тайган. К сожалению, да, вот есть такая тенденция, такие каналы появляются, но, друзья, то же самое. Не стоит обращать внимание, как вот пишут многие наши подписчики, не нужно себе портить нервы, не нужно там делать им просмотры. Если, конечно, есть такие люди с железной психикой, как Олег Тупин и некоторые другие, которые там любят, ну не то что любят, а считают нужным подискутировать в комментариях с любителями лотка и прочих ресурсов. Ну, пожалуйста. Но я думаю, что большинству это неинтересно и не нужно. Также Олег Алексеевич сам никогда не заходит на эти ресурсы, в эти группы. И абсолютно, как говорится, по этому поводу не заморачивается. И я то же самое, и большинство сторонников парка также не имеют никакого интереса к этим лоткам и подобным ресурсам. Что ж, друзья, вот такие вот короткие ответы на часто встречающиеся ваши вопросы. Думаю, что наш эфир вновь будет для вас интересным. Поэтому, друзья, жду ваши комментарии. Спасибо за ваш интерес к Тайгану. Спасибо за ваш интерес к нашему каналу. С вами был Виталий Хомутов. Всего доброго и до новых встреч.